на что Самое главное за смелость. Знаете, вот ба, а, христианство это не только богословие, правда же? Христианство не само богословие, но ли? то, а, как мы позволяем Богу работать с нами. Твое как позволял мне на Бог доработать да с нас. Я знаете, что предлагаю? Давайте достаньте, пожалуйста, свои телефоны, и мы сейчас эти пункты запишем. Предлагам сега всички да извадим ваши телефоны и да запишем тези пунктове. И дома сделайте домашнее задание по десятибальной шкале от еди единицы до десяти проверить, насколько э, во мне есть кротость и смирение. И вкажьте, в сэшност, за домашняя работа, просто до, да Оксана, не возражаешь же? Да, хорошее домашнее задание. От 1 до 10, как Оценят? так, а, а, что такое кротость? Давайте повторим. Какое кротость? Да повторим. После проповеди. След предповедта. Молодец. А? <laughs> да, Макрост на характера и твердость на духа. Давайте, я еще раз. Ну, я записывала, может быть, ты меня поправь, если я ошиблась. А да? записывах, но кое-мое, что может. Значит, да первое. Дупомеди. Это uh, уметь просить помощи, если uh, ты устал. Первое, или да. Ты возможность да помолиться да за помощь, когда ты измурен. Не надо переводить. Нет, не, не надо переводить. А я, я думаю давайте хорошо задание. Пускай, да. Уважаемые телезрители, э, тоже записывайте, делайте домашнее задание, пожалуйста. Все, что такое, записывайте, домашнюю работу. Значит, первое, просить о помощи, если ты устал. Второе, не обижаться. Второе, да не себя Третье, не осуждать. не Четвертое, быть миротворцем. Четвертое, да будешь миротворец. Вопрос, насколько я могу сделать первый шаг, да, по примирению? Вопрос, сколько смогла на направить первостепка к примирению. Мы когда поженились, у нас такие разборки были, вообще, но муж всегда делал первый шаг. Не ку га, то се, ку карах... то се умыжихме, и когда га то се ках хмы, мужине ги правил первостепка. Брак сохранил. Слава на Богу за мужа. <реку> Пятое. Видит слабости и признает их. Поэтому вижда слабости и ги признала, виде слабости и признает их, тут же принимает критику от других людей. Тоже важно. И может, а прием критика от других хора все что я важно. Ой, у меня там, наверное, совсем маленький будет. А -а -а. Тоже, да, маленький, да. <соценно> <соценно> Будем учиться. Шестое. Не сплетничать. Шестое, да не говорим за дгарба на других тихора. Угу. <соценно> Седьмое. Седьмое. Даятели. ну я так обобщила, да, умеете давать. Даятели. Да и да, можем да И уметь принимать. И да можем да приемами. И восьмое – это быть благодарным Богу и восьмое да – это будешь себе. благодарен на Бог и на себе си. Да, кто не успел, я могу в чат церковный скинуть еще раз. Я думаю, То это, это не хорошее домашнее задание, испратим. правда же. Мне нравится, знаете, семья Пермякова. Они, наверное, одни из самых у нас... Э ну как, вызрос, да, как это по-русски. Ну, самых, э, чтобы не обидеть, уважаемых опытных, да, которые имеют, да, и, 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 и если заметили, они всегда сидят и записывают, да. И как забелязали, только стоят и записывают все. Хорошая привычка, да. Поэтому Много доставайте всегда ваши. Особенно, когда проповедует Сергей Гуров, у него там еще еврейская терминология, чтобы забыть, надо обязательно записывать. Так а, ну, что винаги изваждайте телефоны по времени проповедника и записывайте все, чтобы да не испускать ничего важного. У нас сейчас интересный момент. Это провозглашение на 2024 год от пастора. Сейчас мы интересен интересный момент. О, поздравление за 2024 год от пастора. Не, 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 не поздравление, а, а Я Тут... не знаю, как провозглашение про за 2024 год. Я про на следующий година. Наталья Той вечер уснах. Про за 2024 год от пастора. <свят> О повестявании. <Оповестявание. свят> <Ясно. свят> да. Ну, ж... ну, как, в принципе. Кто верит? Потому что сейчас мало людей, которые даже верят... своим пасторам. мо живем, к сожалению, в такое время. Много малко са хората, които вярват на пасторите си. За съжаление, живеем в това време. Не популярно сегодня слушать пастырей. Не е популярно да слушаме пасторите днес. Тем более, послушным. Особено да бъдем послушни на него. Я уже в служении почти 30 лет. В служении то сам почти 30 годин. И знаю, о чем говорю. И знам, за какого говоря. И в такое время, конечно, трудно быть пастором вообще. И вот в время и трудно добыть пастор. Ну, дай Бог устоять. Но я хотел бы сделать, сделать именно такое провозглашение. Искам на... да направить такого уповестяване. четвертый год. За 24 година. Я долго молился. Долго сам молил. И не торопился это сказать. И не барзах да казвам, а, Потому что это все-таки большая ответственность. За что это и гуляму отговорность. И слушал других пасторей, которые уже сказали Слушай, своим, своим Слушал которые сказали на своей церкви. Ну, в большинстве случаев это что-то очень такое приятное хорошее провозглашение, что тело отдавают добро, приятно повестя что прорыв финансовый успех богатство благословение счастье и так далее, успех богатство благословение счастье и так нота ну вы знаете вот что Писание говорит, но каково оказалось в то, последние времена, в последнее то время, люди будут искать себе учителей, учителей, которые льстили бы слуху то в ще казват приятные неща. Ну, то есть, пасторы скажи нам что-то приятное. То есть, пасторы скажи мне нещо приятно. Ну, вот я, я, к сожалению, не, не из этих пасторей, не из этой гильдии. И, за сожалению, не само тези пастори. И вы знаете, удивительно, я так просто молился. Удивительно то, что когда я, когда-то молих. И мне открылось, что 24-й год и мен ме се открыло, че 24 година, будет очень явным исполнением 24 главы. Чтобы это явно исполнение на двадцатой четвертая глава. Я, я думаю, вы понимаете, какого Евангелия. Сигурно разбирать, на кое Евангелие. Это Евангелие от Матфея. Твое Евангелие, то на Матей. Двадцать глава. Двадцатый глава. И я хочу сказать вот эти слова. И искам накажет да изидуми. Что этот год? Читая за година. Будет год особенного упования. Чтобы эта година то, но особенного упования. Особенного водительства Духом Святым особенно вудителство на святие дух и особенно его послушание и особенно послушание нашему Господу Иисусу Христу на наше Господи Иисус Христос в этот год испытаний в тази година на испытание это а, потому что в этом году вы увидите за что то тази година что видите я думаю что полную реализацию полная реализация того что в двадцать четвертой главе написано на того, то какую эту в двадцать четвертой во глава вообще ее как говорится кросе то есть наполну войны по местам войните из местата народ восстанет на народ народ верху народ моры голод глад у мори землетрясение землетрясение болести болести глад землетрясения и вы знаете написано о том что если вам будут говорить что Христос там не ходите туда и пишет, что когда вы Христос и там, не утивайте на там. Или Христос в потаенных комнатах. Или че Христос его вскрытит и стаи. Не идите туда. Не утивайте там. Или Христос в пустыне. Или Христос его в пустыне. Не идите туда. Не утивайте на там. Потому что каково будет пришествие сына человеческого да что только как вожди пришествие то на чувяшки осин как молния приходят от востока и до самого запада этому молния идва от истока до запад так будет пришествие сына человеческого так каждый будет пришествие ту на чувяшки отсин в этом году вы увидите изобилие просто изобилие невероятных безбожных ереси тази година вижу ты изубил что от безбожней ереси. и они уже появились И те вече са се появили. И тези ереси еще были 2000 лет назад. И били са и преди 2000 години. А сейчас это будет очень ярко. А сега ще бъде още по-ярко. цел целые деноминации будут заявлять. Когато всичките... Деноминации. Всичките деноминации. Не всички, некоторые. Няко, някои деноминации. Будут заявлять, что мы Христос. Ще казват, ни сме Христос. А други говорят, мы Христос. И другите ще казват, ни сме Христос. А, мы Боги. Ни сме Христос на самом деле уже пришел давно. Христос в давно давняя тушел. И этот Христос это это мы. И тот Христос Христос меня. Слышали про такие учения? Чего лилисте за такие учения? Я слышал. Чувал сам? Но именно вы знаете вот интересно упование на, наше. Интересно, че наше упование? Оно а, очень хорошо проявляется именно тогда. Много добряся тугава. Ну, так вот, Писание, все Писание об этом говорит. Никогда нам хорошо. на нас не А когда нам трудно? А куда на нас не трудно. Можете со мной согласиться? Можете ли с Я думаю, что другого способа нету. Мысли, друг начин няма. Как говорят, в падающем самолете нет атеистов. Как сказал, вот, во атеисты. вот примерно вот такое сейчас происходит. что <соединяющие> И кто-то меня спросит, почему Бог так допускает? И некои меня пита, за что Бог ту вагоду пуска? Именно по этой причине. Точно, потому что причина. Потому что что для Бога важнее? Каково моё пумажно не за Бога? Я скажу из пророков. Что ты кажешь вот А это написано в книге Царств. Ту в пище царе. Что там написано? Каково пище там? Послушание лучше жертвы. Послушание то на найду брат найду брата жертва. Это Господь говорит нам. Послушание, Послушание, лучше жертвы. Это и подобрее Повиновение лучше тука овнов. Повиновение это и подобрее от... Тука овнов. Тука. Знаю, мазнини, слони, мазнини, слонинки, мазнини. тук. Не, не, да. Мазнинки, мазнинки, мазнин, мазнин, слонинки. Мазнини, мазнини на, да. Да. Мазнини. А, повиновение лучше тукаонов. Книга царства только помню, там по, по, по симфониям. Самуил, да, говорит. По, 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 по симфонии. Повиновение лучше только умнув. Повиновение это по-добре от... Так от, от жертва. от жертва. И для Бога важно наше повиновение. И за Бога важно наше повиновение. Потому что когда мы и повинуемся Ему, Зачастую никуда то мысли смирявами. Именно в этот момент мы становимся с ним одним и единым целым. Ставаеме одно тяло со снегу, точно и, в то же время. Я момент. давно уже не верю людям, которые называются только христиане. Удавно не верю на кое-то само себе как христиане. Я верю людям, которые поступают как христиане. Верю нахороту, кое-то поступают как христиане. И которые уже принесли плод. Кое-то вещи имеют плодовые. И доказали, что они христиане. И со свидуказали, что сохристианы. Потому что можно называться христианин. За что-то можешь даже называться христианин. Но далеко им не быть. Но это не будешь таков. Но страшен конец. Но что, и страшен края Что те кто не христиане. Четыре, которые не христиане Те, которые не ведут себя в этом мире, как Христос себя вел. Тези, които не се държат като Христос, а к съжаление, идут в вечнa погибел. Те за съжаление, те удът в вечна погибел. Но текто в повиновение. Но тези, които са в повиновение. Кто послушание Иисус Христос. Кото са в послушанието на Иисус Христос. Своим наставникам. на свод своего служения на лидере и на свод и служение в повиновении своему пастору в повиновении то на свод пастор своей поместной церкви на свод эта церковь они находятся в действительном повиновении тыси намеря то в истинском повиновении только они являются частью тела Христова само те намеря то э, само тыси са часть у тела то Христово и вот эти слова короткие и ты эти краткие думи уповающие на Господа Бога в этом году кое-то уповала на Господ Бог Таз, э, година, самые трудные испытания. През испытания. Они будут благоденствовать. Несмотря ни на что. Потому что, блажен, что блажен, народ, у которого Господь есть Бог. Народа, на Господь Бог. И это несмотря ни на что. И твоя вопреки всему то. Знаете, я последние два дня прожил, провел в помощи беженцам. Последние те два, два дня сам прикарало в помощь тена беженците. Переписка, переписка. Пишем се, пишем се. Там надо помочь. Някъде, там да помогнем. а, и вот пишут а, с, с Одесской народной церкви. И пишут от а, Одесской народной церкви. Вот пастор, надо переслать деньги. Пасторы требуют не пари. А, я говорю, вот там, как это сделать? Как стало то, Жена уехала, я не владею этой информацией. Супруга твоя заминала, а я не имам Они говорят, информация. Они вот, влезьте туда, там приложение. И ты говоришь, вот, и мы влезьте там, никакого Я влезаю. Влезам. Там нет приложения. Там няма приложения. А, сейчас на какую кнопку нажать? А сега кое копче Они говорят, пастор, вы, наверное, это из небожителей, да? И ты казват, сигурно, пастор, вы от небожителей? Вы, говорит, когда в магазин входите, вы телефоном рассчитываетесь? Вы, когда уйдете в магазин с телефона или плащаете? Я говорю, ну вы там в Одессе продвинуты очень. И я скажу им, и вы в Одессе много сте развитие там. Я только наличка, у меня, я другого не знаю. А само с наличной, другого-то не знам. Знаете, я, я, я пишу, честно я признаюсь, я даже не знаю, сколько хлеб стоит. Простите меня, пожалуйста. И честно пища, а даже не знам, сколько стоит хлеба. Я живу здесь, как у Христа за пазухой. Живе, коту. Като... И, и знаете, что мне ответили? Скрыт от Христа. Вот, Зад Христа. Знаете, говорит, мы вас успокоим. Ви Пастор, Одесской народной, церкви, Пастор на Одесской народной Церкви. Он даже не знает, где хлеб покупать. Той не знает, где хлеба. Потому что ему просто некогда. Он, он, он так погружен в дела, что он постоянно той решает не считай, небесные какие-то вопросы, върши, че няма за това. Я вот именно об этом, о том, что Одесская Народная Церковь, да? Точно за това ви говоря. Одеска Одесса, там уже ракеты падают. Одеса, вече там падают ракети. Там люди погибают. Хората умират. Там уже некоторые люди реально конкретно голодают. Някои хора вече гладуват. Но при всех этих обстоятельствах. Но при всички тези обстоятельства. Божьи люди благоденствуют. Божьи эти хора благоденствуют. Они очень многим помогают. Помогат нам много, много хора. Не приукрашивая, скажу, тысячам. Тысячи чем детей, Помогают без, на хиляди, без призорников, хиляди, инвалиды, инвалиди, пенсионеры, кормят, одевают. Хранят ги, обличат ги. И Бог их очень сильно благословляет и воздает им. И дает. Бог много, добри... много ги благославия, благославия. очень благословенные люди. И тваса много благословений, хора. Я на этом закончил. Что и с твас. Хочу представить следующего проповедника. Искам да представь следующий проповедник. Это еврей из Тбилиси. Твас еврей от Тбилиси. И мне нравится это произносить. И много мне нравится, вот указывал он твас. В том, что у нас все-таки интернациональная церковь. За что-то все-таки церкви-то не интернациональные. Давайте поприветствуем Сергея Гурова. Да поприветствуем Сергея Гурова.